Какая-то странная надпись. До 10 левела так я добрался. Прям вот и до 10 так. И тут что-то прохладно, минус 5 сказали. Всем привет! Это Кактус, и я продолжаю играться в игрушечку под названием Инвестигатор. Напомню, в прошлой серии я стрелял из помповухи по вот этому утырку, который меня постоянно достает, что-то как-то пытается убить. Мне еще в комментариях сказали, чтоб я не... Аптечка, давай аптечка. Чтоб ни какой-то там с базукой не шел. Потому что он тоже пидорас. Да позволь, блядь, ты не убегай! Я могу тебе все объяснить. Не нужно ничего объяснять, я и так все знаю. Тебе не жить, Томас. То, что ты делаешь, тоже ненормально. Остановись, пока не поздно. Мир рухнул, Томми. Ничего уже не исправить. Чё, все, диалог кончился? Какой ты хреновый в убеждениях-то, Томас. Где ты? Так, мне нужно оружие. Дайте мне оружие. Тут нельзя взять. Дайте мне что-нибудь, лом хотя бы. Я ему ломом башку проломлю. Ты куда-то сюда побежал уже? Ах ты ж привидение сраное. Так, тут у нас ничего. Может, здесь что есть, а? Не, ни хрена. А вот тут? Дверка. Не видно ни хрена. А все равно закрыто. Опа. Так, ты из какого-то угла можешь прям выскочить, сука же, да? Эм, это искра, а это как, какая-то пыльца летит, снег. Или мне сюда рано? Сука, ведь откуда-то отсюда выскочит. А, нету, смотри, никого. Ев, чё Ев-то? Нога. Это я чё так и сделал? А где ногу-то я видел? Бля, это я понял. Это знаешь, во чём у него? О, пистолет. А где нога-то? Дай пистолет, 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 дай. Дай пистолет. Сука. Это из какого-то фильма. Пила или как-то так называлось. Давай поиграем, говорит Джонни. Ногу он себе пилил. А где нога-то? Вот здесь пристегнутый, точно. Вот нога, вонца. А, это не нога. А чё, я по-любому... Во! Вижу ногу, смотри, вот она. Прицепили его наручниками, точно он в игру играл. А только вот здесь монитор должен был висеть. И морда его. Вот же ублюдки-то, а. Так, а почему я пистолет-то взять не могу? Значит, никого убивать не надо, да? Не, я бы взял пистолет, по-любому. Если даже там патрон нету, я припугнул бы хотя бы. Стоять, сука! Стрелять буду. А то так-то вообще безоружный он идет. Страшно же. Да бля. Значит, нельзя ничего. Значит, только по сюжету и все. Никакого свободы действий. Ничего не это. Ну, хотя так игра была задумана. Хотя расследуйте, блин, и это, расследуйте то. Ну, было написано приключение. Ну, ладно. А на улице мороз. А нам все нипочем. Мы лазим в каких-то тоннелях. Сзади не ползешь на меня, не? Не ползешь. Не, ну что-то по поводу хоррора вообще ничего не было написано. Вон он ты, я тебя видел. А это не ты. Эть, там вот сейчас наверняка вон там присяду, я там уже палку видел.
и на меня кто-нибудь точно нападет. Оглушат все дела. Вот здесь вот сейчас присяду, и по-любому что-то будет. Нет, смотри. Ха. Эффектно. Эффектно так перепрыгнул. Какую? Лево, право? Давай в левую. Левую не дали. Дали только правую. Ну ладно, так тоже пойдет. Чё? И где он? О! Вот он. Нет, это паук, ёпта, сука. Ложись! Он сказал ложись, а этот в сторону отбегает. Вот это бабахнуло. Тебя разбудила моя игра на гитаре? Ну да, я плохо играю. Разучился уже. Как себя чувствуешь? Как человек, которого чуть не взорвали. Ты в своем уме? Извини меня, случайно вышло. Я на этого паука давно охотился, а он, тварь такая, постоянно убегал от меня. Я Стив, кстати. А тебя как зовут? Я Томас. Как же ты смог выжить без хорошей пушки, Томас? Здесь такое водят. Ладно, откуда за тобой? Здесь эти твари? Вижу, ты не местный. Эти твари здесь давно. Как на поверхности стало холодать, так они волнами в подземелье и хлынули. Ладно, языками будем чесать потом, когда доберемся до моего укрытия. Там теплое пиво, блэкджек и прочие вещи. Базуку так как ты у нас человек гражданский, гуляет. Без пушки, будешь держаться за мной. Открываешь дверь, я зачищаю комнату, и мы идем дальше. Открывай. Да что-то я тебе не доверяю. Ну давай. И отходи. Я так и сделал. Вот тварь! Сегодня мы без ужина. Если ты, конечно, не хочешь полезть за ним. Что скривился? Шучу я. На ужин у меня сегодня ты. А я полез. Я полез за пауком. Все, я сделал это. Дай мне пушку. А ты что, открыть что не можешь? Без руки, блин. Иди стреляй. Чисто. Я, кстати, не один живу. У меня брат есть. Втроем-то всяк веселее. Будем играть в карты, шахматы, устраивать гонки пауков. Веселье будет море. Очень заманчиво. Но я не могу здесь задерживаться. Я направляюсь в бункер выживших. Это тот, который D7? Забудь о нем. Там ничего нет. Я уже был там. Да и на улице так похолодало, что замерзнешь в считанные секунды. Оставайся здесь, у нас. Будет весело. Да не хочу я с вами. Честное слово, ребят. Ты мне только пушку дай, и все, я съебу. Чтоб мне тебе в ногу выстрелить, ублюдок. Ёпта ж, блядь, вот ты сучара. Это ловушка была, да? Как там? Живой? Да. Живой пока. Это хорошо.
Ладно, попробуй подняться наверх. Встретимся позже. А ты что, мне даже не поможешь? Чем? Волшебной лестницей. Попробуй выбраться сам. Встретимся на другой стороне. Отлично, я сейчас пушку найду и выстрелю в тебя, ублюдок. Даже не помог, а, падла. Ты там мог соорудить что-нибудь. Так, а не ходить-то я с ним и не мог. У меня сюда прям это и сюжетом привязано. У меня же нету выбора там пойти с ним. Да, нет. Так, эта дверь, значит, мне сюда? Или вот сюда? Нет, вот сюда. Пойдем тогда туда заглянем еще. Бля, лабиринт, что ли? Чё, Ев? Едить, молотить, в натуре лабиринт. Ну ладно, будем идти по открытым дверям. Дверим по открытым. Блин, ад какой-то. А тут нету ни хрена. А, нет, смотри, поворот налево. И чё? Оля, чё-то мне с икотом дверь-то открывать. Так, это я с какой-то другой стороны уже. Вот это нет, не открываю, не открывается. А я впереди вижу свет. О! Так, давай тогда в другую сторону сходим. Там какая-то пидорасина стоит. Да не хромай ты, ёпта ж. А сейчас прикинь, прямо окажется тоже. Тоже какая-то комнатушка мне в голову за мной идет. Это что за нахуй было? А, это я рядом с паром прошел. Смотри, он там выключается, сука. Ну ладно. Ну немножко поджарились, подварились. Тоже хорошо. А вот. А, это закрытая была. Так, оттуда пришел, вот туда вот схожу. Паровозик. Вижу паровозик. Хорошая такая моделька-то. Нет нигде оружия, ничего. Кровать. О, блядь, прозрачный паук был. Да, смотри, тут вообще нихера нету. И туда пролезть не могу. Блядь, зря сюда шел. Хоть поссать можно. Опа. Нельзя. А теплое пиво. Да, придется мне на ту тень нападать. Что очень делать-то и не хочется. Но выбора нету. Сейчас самое главное опять не нарваться на этот. На дымок. А то еще, оказывается, тут умереть можно, наверное. Сейчас вот только подойду, она пшикнет, да? Оп! Нет, не пшикнул, нормально. Или можно обжечься только один раз, точно. Это я, чтоб не помер, наверное, только один раз делаю, чтобы обжигаться. Ладно, тень, я иду к тебе. Так, и что это за хрен с высокой горы? Бляха-муха. Че это? Я, у меня сломалась игра. А, во. Не сломалась, просто не видно нихуя. Бляха.
Нет, а это я обратно иду. Ты, сука, свет выключил? Фонарик. Дайте фонарик. Так, это я С нажал. А нету фонариков. Ну ладно, давай на ощупь пойдем. Не, ну, тут реально темно очень. Во! Бля, чуть игру не запорол. Надо было, наверное, просто сразу быстро на него поворачиваться, а я повернулся еле-еле так. Из-под тишка, как бы. Чё это за станок какой-то странный? Генератор вроде похоже, а? Вот эта труба. Наверно. Где это я? А, сортир. Некому нападать. Бойтесь меня, пидоры. Вот оно, да, ихнее логово. Жопой чую. Свет-то горит. Ну, потуши. Нет. Чё за нахуй, чё за нахуй? Фух. Бляха, и музыка такая прям... Да чё за нахер происходит-то? А дырка не открывается, слышь, смотри. А, генератор. Мне в генератор надо топливо залить. Не, ну, хотя бы сказал бы. Пошли. Нико. Воу-воу-воу. Вот это совсем не круто. Я аж мурашками весь пошел. Смотри, хуетень-то какая. И что мне с тобой делать-то? Не, я умирать не хочу совсем. А, смотри. Я, наверное, смогу ее пройти, когда она с зырками со... Сука, блядь, ты чё напугала меня? Это гибрид паука с человеком. Фу, жуть. Я пауков-то не люблю, а этих-то тем более. Блин, это надо было чисто так... Как догадаться-то, что я себе бензин вот именно для этой штуки принес, а? Зажигай, зажигай, зажигай! Бляха, буха, весь в мурашках, бля... Ой, маленький какой. Ой, у меня аж мурашки там, где не должны быть. На глазах. Да, было весьма неприятно, когда так на тебя бежит, дают вроде головой покрутить, а не дают больше ничего сделать. Тынь, головой ударились. Ох. Вон он. Я видел эту наглую морду в маске. Так куда он постоянно девается-то? Как он сквозь стены ходит? Смотри. Тут вообще никого.
Охренеть. Пугают меня ублюдки. Опа, опять большой паук. Так, и ничего ведь не дают. А, боятся. Да, я вашу мать убил. Большую такую с красными глазами. Превратил ее в маленького паучка. Давай, в чем встрял-то? Головой уперся, блин, и нет, чтобы немножко пригнуться. И что за берлога? Не люблю я такие места. Опа. Низинку какую-то. И вот если бы сейчас сзади бы кто-нибудь там посмотрел бы на меня, я бы завизжал бы, наверное, точно. Дали бы фонарик хотя бы. Или спичку. Кто-то ходит. Давай мы тоже походим. Мы что, хуже вас, что ли? А-а-а, бля, ну нахуй! Твою же ж... Скримеры сраные. Не, ну было бы страшнее, если бы хотя бы какие-то действия надо было с этим сделать. Это было бы вообще просто. О, блин, я себя испугался. Я бы тут вообще ни за что бы не пошел. Ни за что. Нахрен. Я даже дверь закрыл. Обоссанные постели, обосранные. Чё-то вообще это пиздец. Смотри. Вообще ужас какой-то. Ну, хоть двухспальная. Бля, не видать еще ни хрена. Чё за нахуй? А, стреляет кто-то. Меня не убей. Меня не убей. Вот он я. Слышь, базука. У-у-у. Наконец-то. Идем скорее, а то замерзнем здесь насмерть. Тем более в твоей-то одежде. Ты что, на пикник собрался? Нет, ну, извини. Здесь нет магазинов одежды на каждом углу. Хотя теплая одежда мне не помешает. Ты меня все равно за собой тащишь, да? У меня выбора-то нету. Мне придется идти за тобой. Как бы я ни хотел изменить сюжет, у меня не получается. Ухо, ухо опять зачесалось. Это к чему-то страшному. Чё, опять я открывай, ты стреляй? Ну, хорошо. На. Так, а у тебя тут пошарюсь пока, да? Пока ты там хернёй занят. Блин, не дают. Как бы я ни пытался, не дают никуда уйти больше. А чем вы тут поддерживаете, чтобы у тебя сгорело все? Ключик? А, нет, не ключик, папка. Вот мы и на месте. Ух ты, елка даже. Устраивайся поудобнее. Мой дом, твой дом. Хоть и ненадолго. Я ж тебя все равно не смогу остановить. Верно? Не знаю пока. Если ты говоришь, что там ничего нет. Уверяю тебя, неделю назад там никого не было. Ладно. Никуда не уходи, я сейчас приду. Чё, значит, не уходи, сейчас от тебя обчистюсь и будь по-быстрому. Еще одна гитара, слышу, у него везде гитары. Ух ты! Четко, как я на гитаре играю. Вообще охренеть!
Офигенский, причем он ее даже в руки не брал. Он прям... О, пистолет. Нет, не дали. Вот это я бы тут порезвился. Ты заря оружие-то сколько? И обрезы какие-то. Они что не дают, даже потрогать. А ты что, идиот? Не, я думал, ты на ней что-нибудь приготовишь. Нахера рукой ты трогать? Еще вид, блядь, ну вид. Видно же. Еще потрогай. Воу! Ты кого привел в наш дом? Это же тот самый детектив, о котором я тебе рассказывал. Убей его! Успокойся, Джон. Никто его убивать не будет. Я могу все объяснить. Как ты можешь так говорить? Он же чуть не убил меня. Иди за мной, Томас. Я выведу тебя. Я тебя вообще-то, да, в грудак стрелял. Я был намерен тебя убить. Да я хоть тебя разгляжу-то. Пидорасина-то. Вот, смотри, он весь в крови. Это я его, наверное, так мочканул. Да я тебе должен был всю грудь разворотить к ебеням. Как ты еще на ногах стоишь, ублюдок? Да, я вам генератор выключу. Нет. Нет, не хочет. Блин, наверняка вот сейчас направо и туда, и это все, конец. Да? Ну да, ладно. Так, а я вот этот обратно могу дверь открыть? Не, да, вон запирают все, ублюдки. Типа иди только туды. И никуды больше. Ты же меня не будешь убивать? Открывай дверь. Я сейчас открою, а он в спину стрельнет. Да ты сука. Не дал даже стрельнуть никуда. Так, так, подожди, подожди, башку не крути. Блин, два долбоящера какие-то. Они постоянно куда-то, блин, меня затаскивают. А, ну я же электрик, я сейчас свет починю. Пальцами. Вот. В принципе, все так работает. На ощупь. Опа. Да ты молодец, смотри какой. Паук, паук, паук. Много, много, много паук. Ёпта, текаем. Они меня скормили паукам, да? Ну да, пидоры. Скормили паучкам. Ну, все равно. Ну, я так удовольствие получил от игрушечки. Так, не эскейпят. Ладно, тогда буду погромче говорить, чтоб музыка не перебивала, не заглушала. Интересно, да, интересная игра. Да. Ну, на этом серийка заканчивается. Ссылка на плейлист на все серии будет в описании под видео. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, комментируйте. Продолжения не будет. Пока-пока.